Если вы хотите играть в качестве специалиста ближнего боя, то я вам рекомендую вот такую вот раскладку. Коротыш, огнемет, проворство второе, неслышимый второе. Она очень эффективна на картах коротких, типа КПП, школа. То есть на таких маленьких картах она очень эффективна. Рекомендую вам при выстреле из коротыша нажимать кнопку отмечания врагов, чтобы видеть, куда он делает следующий шаг, когда заходит за препятствие. Тогда вы будете Я так всегда долго не потяну. контролировать врага, что дает вам лишний перевес при Вот бое один на один. мы уделали. Теперь прикончим. Турист убит. Почему нужно ставить именно коротыш с глушителем? Потому что при выстреле с коротыша с Держи, я глушителем сейчас. враг не понимает, откуда был произведен выстрел. Хорошо, ты подоспел. Он начинает теряться, как бы метаться, что дает вам личное преимущество. А огнемет позволяет убивать врагов быстро, которые находятся в броне. Вот подарочек! Еще остались солдаты. Перебьем этих. Меня попали! Осторожно, дым!